самый большой спутник Солнечной системы — Ганимед. Он вращается на орбите Юпитера, совершая один оборот вокруг планеты-гиганта за 7 дней. Диаметр Ганимеда более 5000 километров, больше, чем планета Меркурий. Спутник Юпитера покрыт каменными и ледяными породами, возраст которых равен возрасту Солнечной системы. Ганимед имеет магнитосферу, что указывает на горячее ядро внутри. Галилео Галилей обнаружил крупнейший спутник Юпитера в 1610 году с помощью созданного им первого в мире телескопа. В конце 20 века межпланетный аппарат Галилео, названный в честь великого астронома, открыл подземный океан под ледяной корой Ганимеда.